Мы на месте. Мы приветствуем Зену, интересуемся, готова ли она к диагностике и чистке. Доверит ли она нам свое биополе на период сеанса? Готова, доверит. Что-нибудь мешает сканированию? У нее в ногах, я даже знаю, как назвать это, типа нитки, как будто они запутались, как сети, она за собой ее тащит. Хорошо, разрезаю эти сети, и они уходят в клетку-тюрьму. Готова. Даю команду на счет 3. Сканер сканирует пространство над головой Зене, под ногами 360 градусов вокруг нее. Сканер сканирует все 7 тонких тел Зене, находит все. Бес вышел у нее, 8 к сетям к этим. Хорошо. Дальше джин синий. 29-31. Есть. Инсектоид. Да. Синий дракон и арахноид. Такая сплоченная дружная команда. Какой она синий дракон? 34-11. У кого-нибудь есть контракт с Зене на пребывание в этом биополе? Никого. Кто из вас присутствует в доме, где живет Зене? Мы его чистим сегодня. Арахноид, да. Дракон, джин и бес. Только инстинктоид не присутствует. Понятно. Начинаем с реверса энергии. В процессе работы я буду задавать другие вопросы. Даю команду тонкой копии Зене спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам. Канал выстраивается также к сетям беса. Даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной патогенной низкой вибрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам, чужеродная по отношению к Зене. Усилию потоки в 50 раз. Бес, ты накинул сети? Конечно. Я установила, она запуталась. Ну а причина какая? Причина чего? Что установки? Да, что ты хотел достигнуть этой сетью? Она в сети попала. В твою ловушку, да? Угу. И ты у нее что? Ты ее тормозил, откачивал энергию. Что было с этой сеткой? Человек что, не наоборот, знает? Наоборот, она да. Много, много действий делает. Пустых. Крутится, выплескивает энергию, зарабатывает. Ну, а тут уже мы видим, синего джина входит в игру. Хорошо, бес, сколько ты находился в этом биополе? Где-то 8 месяцев. Хорошо. Синий джин, сколько ты присутствуешь в этом биополе? 2 года, 3 месяца. Инсектоид, сколько у тебя инкубаторов? 1. И сколько ты присутствуешь в этом биополе? 4 года. Синий дракон, сколько ты присутствуешь в этом биополе? 7 лет идет цифра. Что ты делал 7 лет в этом биополе? Изучал, иногда вмешивался. И как ты вмешивался? Активно. Третий глаз во сне показывал, вел. Ложные знания давал? Не всегда. Направлял. Ну, это зависело от ее интереса. Интерес возрастал, я показывал дорогу. Выгодную тебе дорогу. Мне нужно изучать. Это совпадало с ее интересами. И арахноид, сколько ты присутствовал в этом биополе? 4 года. Хорошо. Реверс закончился? Да. Установили фильтры золотой сеточкой на все каналы. В порядке реверса Зене забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошла энергия божественная, чистая. 1, 2, 3. Все, что не похитили, все, что не изъяли, до последней капли возвращает Зене себе обратно. Она хозяйка своих энергий, возвращает все свое себе обратно. Усилие потоки в 50 раз. Готово. Начинаем с вытаскивания того, что осталось. Арахноид, выходи, вытаскивай всю свою паутину, отключайся полностью и докладывай о готовности к проверке. Приступай. Готово. Синий дракон, выходи, вытаскивай свои платы, отключайся полностью, докладывай о готовности к проверке. А, у него сердечная чакра и третий глаз достала плата. Инсектоид, твоя очередь, выходи, вытаскивай свой инкубатор, крепление, отключайся, ничего не забывай, возвращайся назад. Прикреплен низ живота и в области желудка круглый такой. Ну, там должны быть проблемы в таком случае. Там должна была ощущать проблемы в животе. Места, где крепление устанавливали, обычно они защемляют органы. Ну, показывает, что он в тонких телах находится. А и человек у него есть жидкость для этого инкубатора. Давай кислота. Вот и кислоту забирай. Все вывело. Синий джин, тебе выходить не надо. Втягивайся всю свою пыль, все свои подключки, ничего не забывай. Приступай. У нее от груди до колен пыль и на руках. Готово. И бес. Бес, скажи мне, есть лярвы в биополе, Зене? Ни живота. Еще где? Все. Кроме твоих сетей, еще что-то осталось в биополе? Да, есть в руке. Выходи, вытаскивай все, что у тебя там осталось, на месте доложи. Ты хочешь получить лярву? А что? Ну вот, закончишь, доложишь, я дам отдельную команду. Приступай. Все снял. Разрешаю тебе забрать лярву. Ничего не забывай, возвращайся назад. Готово.
Все-все убрали. Даю команду на рассинхронизацию Зоне с Бесом, Синим Джином, Инсектоидом, Синим Драконом, Арахноидом. Пошла рассинхронизация до 100%, заканчивается автоматически. Готово. Включаем внутренний белый свет Зоне. Этим светом она выдавливает из себя все. Низкая аббрационная чужеродная, находящаяся в ее биополе, остаточная энергия от интерферентовых подключек выходит. Все формируется в шар. Шарик вышел. Открывая под ним воронку в галактическое ядро, и он уходит на переработку. Закрывая, печатаю, растворяю. Даю команду сканеру на контрольную проверку. Пошла проверка. Готова проверка. Чистая. Хорошо. Помогаем моей энергии отстегнуть все каналы на счет 3. 1, 2, 3. Удар. Отлетают каналы. Открывая воронку в галактическое ядро, канал улетает на переработку в чистую первичную энергию. Закрывая, печатаю, растворяю. Готово. Бес, ты один в доме находишься или есть еще демон или черт? Черт есть. Хорошо. Я сегодня и дом чищу. Хочешь получить эмоциональный фантом? Хочу. Выходит эмоциональный фантом Зоне, проецирует все негативные программы, негативные мысли, формы, а также все низкоаббрационные эмоциональные энергии. Все это низкоаббрационное, ей же сгенерированное, проецируется на ее эмоциональном фантоме. Фантом выходит. У меня вышел фантом, и там усталость у нее, серые энергии, какие-то, как чувства ее. Ей надоело одно и то же чувствовать, она устала от этого. И помогали одно и то же чувствовать. 5 интерферентов на минуточку. Зоне, эти энергии вы сами сгенерировали, вы готовы от них отказаться? Готова. Сворачиваете энергии в шар, забираешь бес? Забирает. Отправляю бес. У нас в квартире инсектоид не присутствует. Инсектоид, я тебя отпускаю в первый раз, ты больше никогда не выйдешь в это биополе, тебе понятно? Да. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте инсектоида, забирает, что принес, уходит на свою чистоту, закрывая, печатывая, растворяй. Готово. Арахноид, синий дракон. Я открою сейчас вам портал в дом Зоне. Вы соберете все, что вы там оставили на своей чистоте. Я приду, проверю и отпущу вас на вашу чистоту. Все понятно? Понятно. Открывается портал в квартиру Зоне 1, 2, 3. Синий дракон и арахноид уходят в этот портал. Закрывая, печатаю, растворяю. Готово. То же самое Бес и Джин. Я открываю вам портал. Вы идете, собираете все, что оставили. Бес или черт мне потом покажет порталы в квартире, я в доме. Я их закрою. За это соберу бесу с чертом. Весь негатив в доме, если интересно. Согласна. Открывается портал в квартиру Зоне. Бес и синий Джин уходят в дом, собирают все, что оставили. Закрываю, печатаю, растворяю. Готово. Под его сеткой открываю воронку в галактическое ядро, она уходит на переработку. Закрываю, печатаю, растворяю. Поехали по частотам. Хорошо, Зоне, мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете сейчас? Очень спокойно. Эти энергии плавные, мерцающие, очень приятные, переливаются. Отлично.